настоящее время с первого судна сгружены все 35 пострадавших и отправлены на медосмотр в городскую и областную больницу, соответственно. 9 человек россиян и 26 иностранцев. В настоящее время подошел буксир «Справедливый». На нем работают правоохранительные органы. Пострадавшим уже выдана одежда. Они переодеваются. И по окончании оформления правоохранительными органами также убудут в больницу. По подвижному пункту что-нибудь скажете? Для работы всех встречающих служб, а также для оказания помощи в случае необходимости, на берегу развернут пункт встречи, в котором созданы все условия как для работы встречающих служб, так и для оказания необходимой помощи пострадавшим.